Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и это первое видео моего видеодневника. Наверное, я буду его писать либо каждый день, либо через день, либо вообще только по неделям. Итак, после приема таблеток первые две недели кажутся таким небольшим, маленьким, размазанным одочком. Потому что ты еще не усваиваешь свою дозу. Дозу Рисперидона. И тебя аккуратненько размазывают по планете ощущение, что ты просто находишься в каком-то мультике. У тебя повышается рассеянность, повышается, как это сказать, невнимательность. Но это то же самое, это синоним. Вот. И, собственно говоря, ты так в этом амебном состоянии живешь, пока Рисперидон не начнет нормально усваиваться в организме, то есть в принципе, уже через неделю после приема, и уже чувствуешь себя гораздо лучше, гораздо живее, гораздо бодрее, меньше устаешь, ну и, в общем-то говоря, оживаешь. Вот. Фух. И я вроде как ожила. Мне, правда, через неделю после приема начался такой период, когда я начинала плакать просто ни с того, ни с сего. И мне сказали, короче, это твоя депрессия выползает. И выписали еще один этот антидепрессант. Выписали мне рекситин. Это еще один депрессант. Он, по идее, гораздо сильнее флуоксетина. И как бы флуоксетин не убирали. То есть это добавочный. Потому что флуоксетин усиливает Рисперидон. А этот антидепрессант убирает у меня вот эти вот постоянные слезки. И был день, вот почему я точно уже знаю, что я буду его принимать. Был день, я просто ехала от врача. У него еще начала плакать. В метро как-то продержалась, в электричке продержалась. Вышла на улицу, и меня тут накрыло просто в слезы. Просто в слезы, в сопли. И я до дома бежала и плакала. И вот это вот реально было очень нездорово, потому что ты плачешь и не знаешь из-за чего, просто твой организм так решил. Тебе не грустно, тебе не тоскливо, просто ты плачешь. И мне врач сказал, что вот этот вот эффект, когда я плачу, он должен уйти где-то примерно через месяц, чуть больше, чуть меньше. Но он сказал, что ну чуть больше это вряд ли, а чуть меньше это да. И еще, я не знаю, покажется ли вам это странным, но у меня теперь есть один очень отвратительный факт. Это касается побочек от Рисперидона. Если в инструкции к лекарству написано «побочные эффекты», это не значит, что они с вами не случатся, просто они случатся с вами чуть-чуть попозже. Короче, новый гормональный сбой, и я теперь козушка. Вот это вот расценивайте как хотите, вот кто догадается, в комментариях пишите ваши догадки, почему я козушка. И давайте подумаем, что же ждет нас дальше. Но за это время, кстати, я еще набила сама себе, опять же. Кто, как не я, может забить себе ногу? В общем, набила себе еще парочку татуировок. Их я не покажу. Или покажу по заживлению и ВКонтактике, в группе, просто скину фотки. Вот. Я не знаю, как вам понравится, но мне пока нравится. Вот. Весь фокус в том оказался, что действительно хорошие иглы дают хорошее качество изображения. Потому что они хорошо вбивают краску. А плохие иглы, они плохие. Короче, плохие. Вы поймете. Это что касается татуировок. Вот, в общем-то, наверное, это пока все новости. Я, наверное, буду дальше потом рассказывать, какие эффекты от таблеток будут. Вот. А пока что, если я беру дозу Рисперидона чуть выше, чем надо, начинает мазать по миру. Вот, а от целой таблетки постоянное ощущение такое амебное, вот, и болит голова. Но мне надо повышать надо. Вот.
Я не знаю, насколько это было интересно. Если вам это было интересно, то поставьте лайк. Опять же, напишите об этом в комментариях, если мне продолжать здесь это выкладывать, потому что есть другой ресурс, на котором я могу это выложить чисто для себя. Вот. И вам спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.